Саша, знаете, я вот отлично помню эту музыку. Заводная, ни одной дискотеки без нее не прошло. А ты не представляешь, сколько у нее фанатов по всему миру. Миллионы. Так я тоже один из них. Да вижу, подготовился. Идет. She's coming, Сандра. Сандра, hello. Nice to meet you. Рада видеть. Nice to meet you. Рома ваш поклонник, как видите. Рада видеть. Сандра, вы видели, мы начали с одной из ваших популярных песен «Мне никогда не стать Марией Магдалиной». Я так понимаю, что песня о том, что все мы женщины и не ангелы. А насколько у вас ангельский характер? У меня отличный характер. Со мной многие любят работать. Меня часто зовут на интервью. И потом я мама. А мамы всегда славятся своим добрым сердцем. Сандра, я сейчас буду говорить от всех мужчин-поклонников. Вас считают самой эротичной певицей диска. Как вы относитесь к этому титулу? Мне не нравится этот титул. Почему? Для женщины же важно быть привлекательной, сексуальной. Да, но для меня эротика — это секс. Как, например, Саманта Фокс. Она демонстрирует свою грудь, достоинство. Я не такая. Вы лучше. Да. Мы с вами встречаемся не первый раз, и давно хочу спросить, ямочки на щеках — это у вас от мамы или от папы? От мамы. Мама такая же красавица? Да, мы действительно с ней очень похожи. Кстати, у моих сыновей такие же. Прежде чем задать следующий вопрос, попрошу вывести эпиграф на экран. Где мои 16 лет? Был творческий гёрлс-бенд «Арабеске». Я знаю, что вы сразу стали лидером группы. Женский коллектив — это вообще испытание на прочность или как? Да, это было испытание. Мы были 7 лет вместе, день и ночь. Помню наши гастроли в Японии. Нам даже приходилось драться иногда. Я хочу надеть это. Нет, я. Я девушка довольно волевая, думающая, но все равно были конфликты. Это было совсем непросто, поверьте. Ну, несмотря на то, что вам было тяжело, нам было весело. Одна из моих любимых песен — это «Everlasting Love». Давайте тоже на нее посмотрим. Это один из самых трудных клипов, которые мы когда-либо делали. У нас было всего 3 дня. Это было в Австрии. Мы снимали по 10 часов в день. И через каждые 20 минут мы меняли костюм, мейкап, лак для ногтей, прическу. Это надо было сделать за считанные минуты. В клипе показана трансформация от Евы до такой матерой исполнительницы панк-рока. И сколько костюмов пришлось сменить? 22. 22 наряда. Все-таки эта песня о вечной любви, сами-то в нее верите? Конечно. Какая женщина не верит в сказку и вечную любовь? Конечно, верю. Не все знают, что во время успешной сольной карьеры вы стали участницей еще одной популярной группы «Энигма». Вы там исполняли вокальные партии. Знаменитая «Сад Димуа, Сад Домуа» — это же вы? Да, это мои слова. Сад Димуа. У меня мама француженка. Сандра, я знаю, что вы живете на Ибице, очень дружите с Томас Андерсом, даже записали с ним песню, да, насколько мне известно. А вот, ну, вы всегда недолюбливали Дитера Болина. Мне интересно, почему? Мне он всегда казался очень высокомерным. Как-то я была на гастролях с ним целых 3 недели, и каждый день я его видела. Он вел себя как крутой начальник. Остальных не замечал. Может, он изменился, конечно, но я его никогда не любила. Другое дело, Томас очень интеллигентный и обаятельный мужчина. Я, честно говоря, его тоже недолюбливаю, скажи. Дитера Болина. Да. Ваши сыновья, Никита и Себастьян, учились в Лондоне, все еще не вернулись под домашнее крыло. Себастьян учится в Амстердаме. Никита скоро будет проходить обучение в Барселоне. Но это 20 минут лета от меня. И я надеюсь, что каждые выходные он будет приезжать ко мне. Это было бы счастье для меня, как для мамы. А почему Никита? Это же русское имя. Это как-то спонтанно произошло. Майкл Крету, мой первый муж,
предложил, а давай назовем сына Никита. И я согласилась. И потом все совпало. Тогда песня Элтона Джона «Никита» лидировала во всех чартах. И я подумала, мой Никита тоже будет первым всегда. Окей, пусть будет Никитой. Никита. All right. Сандра, у вас есть песни о России, о Москве, и вы неоднократно заявляли, что когда-нибудь переедете в Москву. У меня вопрос. Когда? Раньше, чем вы думаете. Я люблю русских, люблю Россию. Очень сильно люблю. Я сейчас работаю над новым проектом и думаю, проведу здесь почти полгода. Так что я люблю Россию. А мы очень любим вас. Спасибо, что встретили это утро с нами. Желаю вам удачи и море любви. Спасибо огромное. Я рада быть у вас. Друзья, продолжайте встречать утро с настроением. А мы пока потанцуем. Сандра, thank you so much. Thank you. Thank you. As usual, you're charming. Thank you so much. Ciao. Чаек будешь?